Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира». Гарафалла, Бенвентута Тизи, Мадонна с младенцем и святыми, 1530 год, дерево масла 120 на 80. Капиталистская картина представляет образ Богоматери с младенцем во славе. На небесах в окружении ангельского оркестра. Из инструментов по правую руку Мадонны зритель видит кефару, свидетельствующую о существовавшем интересе к античным музыкальным инструментам. В свое время Рафаэль сделал попытку изобразить кефару на фреске «Парнас» в танце «De la Сентюра» в Ватикане. Блок флейту и лютню, по левую готическую арфу и орган. Богоматерь с младенцем на облаках показаны над некой местностью с ее постройками и обитателями. Это иконографический тип Мадонна, покровительница города. На переднем плане два монаха-францисканца. Правый – Франциск Ассизский, помимо рясы ордена, подвязанной трехузельной веревкой. У него имеются традиционные атрибуты – крест и, главное, стигматы – раны на руках, ногах и в боку, которых он сподобился в мистическом общении с Христом. Они повторяют раны Христа на кресте. В левом нижнем углу изображены еще два монаха. В правой части зритель видит, как на мост входит фигура. Вероятно, мужская, персонажи очень мелкие, а за ней женские, верхом на осле. Если это так, то, очевидно, имелись в виду Иосиф и Мария. И это может означать путешествие святого семейства в Вифлеем. Ну вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Мадонна с младенцем и святыми», 1530 год, Гарафалла, Бенвентута Тизи. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.